Слово одно,
чела другая, и копья тебя не пойму. Нет, нет, ты слушать не станут иметь, просто пуша заснул. Ведь вот там всегда половой колёк. Ну что ты не станешь сама? Я, пойми, хочу я, чтоб милой женой ты не стала. И что ты не понять? Ну, скажи мне, Марчелла, скорее, чтоб то в воскресенье и свадьба. Святая Мария, ну как ухитриться посреди? Зачем нам откладывать свадьбу? Мы время теряем на праздник. Другой-то удобный, ты у тебя дурака не нашлось. Проклятый солдат, совсем на сон удалось. Какать тебе нужно, как думалось, начинается сзади вокруг. Thank you.
Еще не вернулся? Отец, его все еще нет. Ну, не волнуйся, все будет хорошо. Силы Господни. Тяжелые времена. Опять привезли порох, оружие. И на что все это сеньора Пизарро? А его солдаты все хватает и хватает честных людей. Тише. Или тебе тоже захотелось попасть туда? Но где же Фиделио? Тяжелые времена. Она что-то слишком часто о нем вспоминает. Вот. Отец! Фиделио вернулся! Да, Серый, она права. Фиделио вернулся. Фиделио вернулся к тому же месту, с которого начал много дней назад. А что дальше? Проникнет ли он когда-нибудь туда? К своему Флорестану. Ах, он далек от своей цели, так же, как и в первый день. Кто поможет мне, Серый? Ну как, Фиделио, ты привез то, зачем тебя посылали? Мне пришлось их прикрыть. Горожане убили б меня, если б узнали, что я везу. Пресвятая Дева. Не унывай, Фиделио. Зато если зацепишься тут, вот ты и устроен. Посмотри на старого Рокко. Сумела же она здесь сколотить свое счастье. Счастье! Люди превращены в скотов, а крепость в застенок. Тише. Наше дело работать. Ха! И это работа! А ведь вся округа знает, какие замечательные вещи делались руками папаши Рокко. Да, чего не приходится терпеть из-за куска хлеба. Сеньору Пизарро нужны только замки да решетки в подвалах. На старости лет я превратился во что-то похожее на тюремщика. Каково мне таскать все это по лестницам,
вверх да вниз. Возьмите меня помощником. Вам будет легче. Ну что ж, надо будет попросить сеньора Пизарро. А сейчас я исправлю этот фонарь. Ты пойдешь со мной туда и поможешь поставить его на место. Пресвятая Мария, он сейчас так взглянул на меня, словно он любит меня. Ошибиться невозможно.
Да-да, так и знай, это решено. Ты будешь моим зятем. Ой. Но свадьбу придется попридержать, дети мои. Сейчас не время. О. Ну-ну, нечего унывать. Работать, работать. Для пары голубков, начинающих вить свое гнездо, денежки – первое дело. О, взгляните-ка, папаша Рока, какие кругляши водятся в моем кармане. О. Ого. Сказать по правде, Фиделио еще зарабатывать таких не случалось. Вот что всех нас в жизни манит, вот что может счастье дать. Если денег нет в кармане, счастье век нам не видать, счастье век нам не видать. Умелые руки засинят и гроши, а сколько то Бог веселей для души. Деньгами, когда мне пришить, попляться могу на причастье, могу на причастье. С деньгами приходит к нам счастье. Когда карман наполнен твой, тогда удача все нужды. Тебе ту полноги когда, тогда тебе зачем не прав. Если бедно сердце гложет, чувство смерть несет вам. Ведь любовь прожить не может, без такого и вина, без жаркого и вина. Желаю же, детки, чтоб новый ваш дом пришло и богатство, и счастье, чтоб Бога всегда был, чтоб он всегда был он всяким добром, чтоб вас миновало ненастье. Чтоб вас миновало ненастье. Когда карман наполнен твой, тогда удача всюду и везде с тобой. Хотели духовно и пока, тогда тебе сомчет, сомчет и брат. Тогда тебе сомчет, сомчет. Один золотой богатство. Эх, папаша Рокко. Шатино! Проклятие! Поберегите его, папаша Рокко. Да, много нужно вытерпеть здесь в крепости, чтобы заработать золотой. О, я выдержу все ради счастья, ради... ради любви вашей дочери. А провались ты в пекло. Боже, опять? Клянусь Богом, старик, твоя девчонка шевелит мне усы. А? Мой юный друг, ты смелый прям, вот здесь у нас не вся на коле сердцу. Здесь надо сердце укротить. Ты служишь здесь не слабо. Thank you.
свою тебе доверю. Oh, yeah.
Пальца не клади. Бессмысленно мечтаем о свободе и каких-то правах. Нет места на моей земле. Скоро настанет время восстановить старый порядок во всей округе. Сеньор, что такое? Примчался гонец. Секретный. По условному паролю. Вот. Дорогой друг, дай вас, вы единственный островок, бушующий вокруг нас море торжествующей черни. Ваша крепнущая власть, вечная угроза ей... Как? Что? О, вам лучше уйти отсюда. Да-да. Они все узнали. Фернандо, друг Флорестана. Этот ставленник, любимец черни, этот ее министр, идет сюда. Торопитесь. Фернандо собирается выступить завтра. Вспомните, что Флорестан знает слишком много, и поэтому ему нельзя позволять. Флорестан знает слишком много. Клянусь Богом, он прав. Флорестан знает слишком много. Жить не должен он, клянусь Христовый кров, он должен умереть, может, клятвой черни. А нет, конец всем, клянусь и не узнаю, что значит ступать. Тебя ничто, он прекратит тебя должен, погибну все, погибну всех, скоро я прикончу. А он здесь без славно, ты не виноватый. А я ляжем там, клянусь, ляжем, ляжем, пусть погибну на чернь, я вас всегда прикончу. Thank you.
Вижу этого Фернандо и встречу его там, где он не ждет меня. Вы знаете его обычай возвещать о своем появлении сигналами трубы. О нет, Флорестан не дождется трубы Фернандо. Эй, ближе, ближе, старик, я знаю, что эту горь а то ты получить не хочешь. Вниз ты пойдешь, старик, там тело ждет тебя. А что же, что сеньор мой желает от меня, желает от меня? Тебя туда проводят, тебе его покажут. Ты понял сам, что сделать надо. Уже я должен, должен. Сердце. Я. Что же ты дрожишь, дрожишь? Боишься ты спросить его? Тебя туда проводят, узнай, помощник твой тебе поможет прямо для могилы вырыть. Мой Бог! Ступай, жди меня, старик, туда к тебе сам, сам не спешусь поскорее. Мой Бог! Там я мурной, идешь при мне. И стал он прежде, и стало, о, что я без своей могилы, спокойте мысли о свободе. Своих дверях он там умрет, своих дверях он там умрет. Убить, убить, сеньор мой, о, нет, не в силах это сделать. Ай, Мирьям, преследный полки ус, пронзит сам сердце, я сам ему сумею своей рукой. Oh.
тайно проберусь, упав ему в темницу. Удар, и он умрет. А вся тебе награда, грозит и жалея, с тобой покончить надо. Жалуюсь ты много лет, thank you.
Что это значит? Ты не понимаешь? Наберись храбрости. Их выводят. О, святая Дева! Может, я увижу его? Глаза и ум.
сюда, тебя как раз я ищу. Ну-ну, гляди смелей, ведь ты не знаешь, что хочет Рокко сказать. Пизарро меня подозвал и приказал мне тебя сегодня в подземелье взять с собой. Помочь не знаю, но не спеши, мой друг. Солдата ждать нам надо, он туда свести нас должен. Солдат, зачем? Есть узник там один, шлет нас к нему Пизарро. Солдат укажет нам его. Ах, что должны быть делать? Да вот. Скажи скорее. А видишь ты, Пизарро нас послал с тобой. Куда, где этот узник? Затем, чтоб там могилу скорее рыть ему. Так убил он? Да нет, еще. Уже не должен ты, несчастный, убить, убить его? Нет, славей Рокко на зиму, не бойся. От этих дел хвала Иисусу, я еще далек. Пизарро сам, Пизарро сам, куда? Порой мой скудный хлеб. Отзовьте службу, все непросто. У нас судьба, у всех одна. Я никогда еще там не был и не пошел бы никуда. За что меня карает небо? За что такая мне беда? Тебя туда не взял, но так Пизарро мне сказал, Пизарро мне сказал. Зачем я здесь? Чему так больно? Что ж, чему я раню сердце? Останешься здесь, когда дробеешь, пойду один без тебя. Да, пойду один, я один пойду. Милость. Укрой, не потерпашь, укрой, не
не в этот раз сейчас, Господь тобой поможет, не в этот раз сейчас, не в этот раз сейчас. Посмел нарушить здесь приказ мой, мой посмел сюда пустить, а ты зачем ты здесь несчастный, когда внизу ты должен быть? Сеньор, зачем ты здесь? Я жду солдата, один ведь я не знаю где вы. Вы, сеньор, с нас не сыщите, мы ждем солдата здесь давно. Служить мы вам всегда готовы, и ваш приказ исполним мы, исполним мы. Место только знать, будет вам готова яма. Я свято помню ваш приказ. Вот он тебе укажет место. Ты головой за все ответишь. Всех их обратно внизу брать, снова в крепких цепях держать. Буду Писаро
слепит мне глаза. Бывает все за небом утро, кто белые эти, как снег существа, и света и радуг живых первоутра. Со мною Леонора, Леонора, моя Леонора, ты с новым счастьем и счастьем дана. Свободен и полон я радостных сил, грядущие мне мой мрак озарил, постигло, постигло кровавых тиранов воскресе. У счастья Леонора, Леонора, с тобою я вместе, да, тюрьме проклятой исчезла, исчезла стена. Разбиты, разбиты тиранов оковы, да, оковы раз поупали во прах навсегда. И снова моя Леонора, и счастьем дана, и счастьем дана. Какой мертвящий холод! Еще бы! Это ниже моря! О, как здесь страшно! Вот он! Но он недвижим! Может быть, он умер? Умер? Нет, он спит. Ну, это нам на руку. У нас мало времени. Нет, невозможно рассмотреть его лицо. Боже, помоги мне! Что, если это он? Только расчистить и все. Дай-ка мне заступ, дай за работу. Ты дрожишь? Ты боишься? Ничего, это от холода. Ну, начнешь работать, так живо согреешься. О ней, да и никогда нам ничего не знать о ней. О, как черно должны быть слезы тех, кто мучит нам людей. Нам их судить с тобой опасно.
Века. Старик, ты видишь пред собой Флористана. Я знаю, что я во власти изменника Пизарро и жалости не жду. Но Богом заклинаю тебя, дай знать моей жене, разыщи ее. Ее зовут Леонора. Разве я могу это сделать, сеньор Пизарро? Пизарро! Его преступления еще будут разоблачены. Боже, дай мне сил не выдать себя. Успокойтесь, я пошлю кого-нибудь к вашей жене. Фиделио, бог мой, что с тобой? Ты плачешь? Его несчастье! О да, оно трогает сердце. Словно мне словно.
знает он, зачем мы здесь, что ждет его, не знает он. Yeah.
Пизарро! Готово. А ты прочь отсюда. Вы говорите уйти? Кому? Мне? Кровь Господня, что повторять мне прочь! Умрешь ты! Твоя могила, и в ней навек с тобой умрет все то, что ты несчастный знаешь, все то, чем ты опасен мне, со мною спорить ты решился, Пизарро свергнуть ты грозился, но час твой пробил и мой повержен. Здесь умрешь, а попросить ты не сможешь, и чем тебе ты не поможешь, не спасен больше ты, Пизарро, земной твой кончен путь. Убийца не страшен мне твой нос, твои друзья вас всех погибель ждет, умрете всем, чем ты умри. А ваши солдаты сдались, их перевязали, как баранов. Сейчас вернусь и принесу веревку для вас. Сюда, здесь, Пизарро, сюда, здесь, Пизарро, сюда, здесь, Пизарро. Проклятие! Я не могу, 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 я не
Thank you.
всегда святые оковы вполне лобистный всем тиран. Да, здесь рабство в брак было воканет иных времен нам светит час. Хочу просить. Ты прочь. О чем ты? Вниз пошлите. Вниз пошлите со мной кого-нибудь скорей. Нам форость там. Вынесем всюду его, но не найдем никак. Я покажу, я знаю. Нет, друзья, скорей за Форестаном. Oh.
Слава всем!